بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته переходим на новую тему باب المخفوضات من الأسماء глава المخفوضات из имён что касается слова المخفوضات автор то есть ابن أجروم приводит в своём матне المخفوضات придерживаясь по мазхабу куфийцев А что касается по мазхабу басрийцев, басрийцы говорят «аль-маджрурат». «Аль-маджрурат» и «аль-махфудат» одно и то же. И поэтому «бабуль-махфудати» или «аль-маджрурати» «мин аль-асмаи» – из имен. «Каль аль-мусаннифу» – сказал автор, то есть Ибн Аджрум. «Бабуль-махфудати аль-асмаи» – глава махфудатов или маджруратов имён. Аль-махфудату саласату аксамин. И махфудат из имён их три вида. То есть аль-махфудат или аль-маджрурат делится на три части. Махфудун биль-харфи. Махфуд или маджрур посредством частиц. وَمَخْفُودٌ بِالْإِضَافَةِ И махфуд или маджрур посредством присоединения. И третий وَتَابِعٌ لِلْمَخْفُودِ И тот, кто следует за махфудом или за маджруром. فَأَمَّا الْمَخْفُودُ بِالْحَرْفِ فَهُوَ И что касается Махфуд посредством частиц он ма юхфаду и то, что делается хафд би мин посредством мин ва иля, ва ан, ва аля, ва фи, ва рубба, ва льбау, ва лькафи, ва лями, ва би хуруфи лькасами и посредством частиц клятвы вахия и они аль-вау, валлахи, вальбау, билляхи, ватау, таллахи. И также делается хафд биваю рубба, вау, заменяющая рубба по куфийскому мазхабу. И также бимуз и мунзу. Вот эти частицы являются частицами хафда или джарра. Имена, приходящие после этих частиц, являются аль-махфуд или аль-маджрур. Исмун махфудун, то есть по куфийскому мазхабу, по басрийскому мазхабу, исмун аль-маджрурун. И они берут хукм джарра, окончание с кесрой, или то, что заменяет кесру. Это первый. Это первый у нас, то, что будет хафд посредством частиц джарра или хафда. И второй будет махфуд или маджрур посредством присоединения, то есть мудафун илейхи. И третий то, что следует за махфудом или маджруром. Аш-шарху, комментарий. Биль-истикра'и وَتَتَّبُعِ كَلَامِ الْعَرَبِ وُجِدَ أَنَّ الْمَجْرُورَ مِنَ الْأَسْمَاءِ يَأْتِي عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ الشَّرْحُ комментарий بِالْإِسْتِقْرَاءِ с изучением или с исследованием وَتَتَّبُعِ и следованием следуя речь арабов وُجِدَ было найдено «Анна л-маджрура» – то, что «маджрур» или «махфуд» «миналь асмаи» – из имен
ياتي приходит على ثلاثه انواع то есть приходит в трех видах первый مجرور بحرف الجر مجرور или مخفوض посредством بحرف الجر посредством частиц джарра или хафда. И второй ومجرور بالإضافة مجرور посредством присоединения. То есть مضاف إليه будет مجرور. ومجرور и также مجرور или مخفوض لأنه تابع لما قبله. Будет مجرور потому что он следует за тем, кто до него. Берет такой же хукм, это наат, это описание, табиа. Ятбауль матбуа. Берет такой же хукм в играбе, за кем он следует. Яджмауха, собрали их, каулюху тааля. В одном аяте, в слов Всевышнего, Бисмиллахи ррахмани ррахим. Во имя Аллаха, милостивого и милосердного. Фаисмун и слово исм бисми исмун. Исмун маджрурун является исмун маджрур бихарфиль джарри альба. Он исмун маджрур посредством частиц джарра это ба бисми. Ба приходит перед словом исм и делает его маджрур. В падеже джар с кесрой окончание. Валлафзу джалалати и имя Всевышнего Аллахи также с кесрой. Исмун маджрурун также исмун маджрурун, однако бил идафати посредством присоединения, потому что исм мудаф для имени Всевышнего. Имя Всевышнего мудафун илейхи маджрур. А что касается «Вар-Рахмани», «Вар-Рахими», «Исмани», «Таби'ани», «Лима каблахума филь-Джарри». А что касается «Ар-Рахмани», «Ар-Рахими», обе с кесрой, «Таби'ани», они обе следуют, «Лима каблахума» за словом, который перед ним, до них, это имя Всевышнего. Если имя Всевышнего «Маджрур» с кесрой, значит, они следуют за словом, который до них, это имя Всевышнего, и берут такой же хукм, как слово Всевышнего. И поэтому здесь, например, слово «исм» – он «маджрур» с кесрой, потому что является «исмун маджрур» посредством частиц «джарра» «би». Имя Всевышнего Аллахи «маджрур» также с кесрой, потому что является мудафун илейхи, ар-рахмани, ар-рахими, также маджрур с кесрой, потому что следуют за матбуан, за кем они следуют, маджрур, и поэтому берут же такой же хукм, за кем они следуют. Ли аннахума, потому что они, слова ар-рахмани и ар-рахими, сифатани, являются описанием, качеством ли лафзил джалаля для имени величия Всевышнего. И поэтому ар-рахмани, ар-рахими являются описанием Всевышнего Аллаха Субхану ва Та'аля. Бисмиллахи ар-рахмани ар-рахими. Ва лил-идахил маджрурати назкуруха. И что касается более подробно, то есть подробнее разъяснение маджруратов, упомянем биауни лахи тааля с помощью Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля фима яти, то есть далее. Ауалян сперва аль-маджруру бихарфил джарри. Аль-маджрур или аль-махфуд посредством частиц джарра. Тагрифуху его определение. هو الاسم الذي يقع بعد حرف من حروف الجر المجرور или المخفوض он является именем, который приходит
после один из частиц джарра. Хукмуху, его положение в грабе, аль-джару биль-кесрати, джар с кесрой, ау, или манаба анха, то, что заменяет ее, то есть кесру. Мисалу, пример его, каулюху та'аля, слова Всевышнего, «Хуа ллази анзала мина сама има ан лакум». Он тот, который ниспослает с неба воду для вас. Фафил аятиль каримати, и в благородном аяте калимату самаи, слово самаи, маджруратун, является исмун маджрур или исмун махфуд, бихарфиль джарри мин, посредством частиц джарра мин, вот этот мин делает имя после себя маджрур с кесрой окончания. И слово сама стало маджруром посредством частицы джарра мин, мина сама и. Ва алямату джарриха аль кесрату. И признаком ее джарра это огласовка кесра. Ва дамируль мутасилу. И местоимение слитное, то есть слитное местоимение. Аль-кафу филякум, вот этот местоимение каф в слове лякум является слитным местоимением. Приходит присоединенным с харфу джар. И поэтому вот дамиру местоимение. Аль-мутасилю слитный. Аль-кафу это каф. Филякум в слове лякум. Исмун маджрурун би харфиль джарри является исмун маджрур посредством частиц джарра лям лякум. Лям это харфу джар и каф присоединяется к частицу джарра лям и является исмун маджрур. Исмун маджрур посредством частиц джарра лям. Вали аннаху аддамирун. И потому что, или так как он является местоимением, каф это местоимение, «Ваддамиру» и местоимение, «Ла ядухулюху л-играбу» к ним не заходит играб, то есть не делайте играб местоимение. В этом случае говорим «Фахуа мабниюн фи махалли джаррин». И он является мабни в положении джарра. Однако автор приводит то, что каф, аль-кафу, фи лякум, в слове лякум, исмун маджрур, это основа. Основа, когда имя приходит после харфу джар, является исмун маджрур. Здесь, например, он, исмун маджрур, каф, посредством частиц джара лям, это основа. Однако так как местоимение, а не мабни, потому что он является местоимением каф, и местоимение к ним не заходит играб. И поэтому мы говорим мабни. Мы говорим мабни, например, мабни лякум каф с даммой. Говорим мабни аля дам фи махали джар. Потому что приходит после харфу джар. Вот это общее представление. Это основа. То, что исмун маджрур. Однако более правильно сказать мабни фи махали джар. Таким образом, мабни аля дам, потому что местоимение ли аннаху дамирун. И к местоимениям не заходит играб, потому что они мабни. И говорим, здесь видим дам, говорим мабни аля дам фи махали джар. Вот это основа исмун маджрур. Однако, если это дамир, то говорим мабни аля дам фи махали джар. Продолжим в следующем уроке, иншаллах. Субханака ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха анта, астагфирука ва атубу илейка. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.